общем, у Настеньки сегодня день рождения, и мы делаем ей сюрприз со своими пацанами, мальчишками. Мы арендовали яхту и будем плавать. Это Настенькина мечта, да? Угу. Тёмчик, ты где? Вот, видишь моторочка? Да. План такой, вот на всякий случай, телефоны, вот эти вещи, которые могут там где-то случайно вылезть, когда будет на яхту выходить. Мама, на такой маленькой лодке поплывем. Помог там. Мама, на такой маленькой. Так, кто первый должен? Я! Подожди, сейчас мы его до капитана будем. Мы сейчас с тобой. Иди. А потом как здесь останутся. А, и маму. Да. А я потом заберу сами. Давай. Пакет оставить тебе или лучше забрать? Оставь, я заберу. Да, ты лучше теперь. Все, пацаны, давайте вы первые. Нет, ты сейчас в лодку будешь. Тёма слушает команды. Родион, стой! Стой, сейчас дядя нас поможет. Тём, держи. Садись. Нет, сильно не надо? А я наоборот думал ее сильно прям притянуть. Держись, только Тём, держись. Крепко держись. Значит, не торопись. И вот лодочка возвращается за мной. Ребята уже там на яхте. Меня забрали. Дойди на лучше. Босс, оттолкни. Так меньше прыгает. Нет, двадцаточка нормально, 5 бы мало было. Там нету каюта. Мы отправились в путь. Отмечаем Настю на день рождения. Сейчас капитан расправит парус. Мы будем плыть под парусом.
вся в красном дереве. Есть туалет, спальня и Родион. Кушай, кушай.